Удорожание тарифа на услуги Кустанай-Сум – вынужденная мера. В минувшем году Евразийский банк реконструкции и развития выдал предприятию кредит на модернизацию системы водоснабжения и канализации. Одним из условий финансирования проекта стало удорожание с 2017 года тарифа. Это своего рода обеспечение содержания займа. В среднем рост тарифа на холодную воду составил 11%, канализацию – 12%. Внутри тарифа дифференцирован, он еще разбит теперь уже на три группы. Первая группа – это население и теплоисточники, то есть наша КЭЦ, которая будет получать по самым низким тарифам. Рост произошел на 10%. Вторая категория – это прочие, это промышленность. И здесь рост на 15%. Это все наши предприниматели, ТОшки. И третья группа тарифов – это бюджетники. Здесь рост более значительный, практически на треть увеличилось. Этот тариф утвержден на 2017 год. Если говорить в ценовом эквиваленте, то если в прошлом году среднеотпускной тариф на холодную воду был чуть больше 90 тенге за куб, то с 1 января стоимость превысила 100 тенге. В январе в Кустанае ожидается и повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Обратились автоперевозчики с просьбой о повышении тарифа на проезд в автотранспорте до 100 тенге. На сегодняшний день рассматривается эта заявка. В пределах, я думаю, месяца будет подготовлен ответ. По словам самих перевозчиков, тариф 100 тенге за человека – это необходимый минимум для предприятий. По расчетам руководителей автобусных парков, в Кустанае есть маршруты, стоимость проезда по которым должна составлять 120-150 тенге с человеком. В ближайшей перспективе больше кустанайцы будут платить и за вывоз мусора. Если сегодня эта услуга стоит 161 тенге за человека, то Тазалык-2012 планирует удорожание почти вдвое. Но когда это произойдет, на коммунальном предприятии сказать не могут. Дмитрий Гуренко, Манарбек Касколов, Ярослава Богатырева, РТН.